Сотрудники госавтоинспекции провели сразу два мероприятия, направленные на уменьшение аварийности на дорогах. В последние дни увеличилось количество ДТП на дорогах Брянска с участием маршрутных такси. Поэтому в управлении ГИБДД Брянска было принято решение провести акцию с привлечением детей, учащихся школы номер 54. Мы выбрали место вашего расположения учебного учреждения в связи с тем, что находится маршрут конечный транспортного средства, именно маршрутное такси номер 44, конечное троллейбусного маршрута номер 13. Огромное количество, ввиду наличия мини-рынка и нескольких учебных учреждений, участников дорожного движения, пешеходов и пассажиров. После инструктажа учащимся выдали форму, несколько экземпляров газеты «Добрая дорога» и специальные памятки по ПДД. А затем юные инспекторы отправились в путь. Водители маршрутных такси сильно удивились происходящему, однако каждый понял значение акции. В связи с аварийностью мы, конечно, стараемся допускать как можно меньше аварий. Вот, исходя из того, что некоторые водители неквалифицированные, вот, и допускают все вот эти вот дорожно-транспортные происшествия. За детей как бы больше ответственность, потому что ребенок может не увидеть автомобиль, может где-то выскочить просто на дорогу. Вот, и к этому всегда надо быть готовым. К вопросу о проверках на дороге водители отнеслись с пониманием, выразив полную готовность к сотрудничеству и соблюдению требования выезда в рейс. За автомобилем периодически у нас постоянно следит механик, который проверяет наше транспортное средство перед выездом на линию. Про осмотр транспортного средства, путевой лист и медицинский работник. Следующий этап акции – рассказать о правилах перевозки пассажиров в общественном транспорте. Для этого сотрудники госавтоинспекции вместе с пассажирами троллейбуса номер 6 проехали от конечной остановки до автовокзала. Уважаемые пассажиры, добрый день. Вас приветствуют сотрудники госавтоинспекции Брянской области. Мы сегодня движемся по безопасному маршруту и напомним вам о правилах дорожного движения. Вторым мероприятием стало совещание в управлении ГИБДД, на котором присутствовали пассажиры, водители и владельцы автопарков. Обсуждали самые актуальные вопросы – соблюдение режима работа-отдых, правил дорожного движения, прохождение медконтроля. За эти нарушения уже с начала этого года привлекли к административной ответственности порядка 30 должностных лиц, и почти 200 человек были оштрафованы за нарушение правил перевозки пассажиров. Руководители автопарков обязались лично оплатить все штрафы, которые выписаны их водителям. Игорь Умаров при содействии пресс-службы управления ГИБДД.